Друзья мои, ну что, я вас всех категорически приветствую и добро пожаловать ко мне в гости. Roblox, Рагуль, он же Токийский Гуль. Ух, пушистики, ну что, подходит к концу мой турнир. Сейчас мы будем с вами лицезреть финал. Ребята, последний бой за титул чемпиона Рагуля, ребята, капец. Позади уже у нас было 14 боев. Это последний, финальный, 15-й бой. И сражаться будут, ребята, у нас всем знакомые Зондер-27, а также Андезит. Они уже провели по 3 боя и везде они затащили. Да, это было жестко, ребята. И, наконец-то, сейчас с вами мы решим, кто же из них самый сильный. Блин, я уже потираю лапки. Хочу на это, конечно же, посмотреть. Капец, ребята, уже немножко даже грустно, потому что все самое вкусное у нас буквально закончится в ближайшие 15 минут. Я так долго готовил этот турнир. Сколько мы его? Наверное, больше месяца мы его с вами проводили. Столько было боев, столько было веселья. Столько было потрачено у ребят нервов, подготовки и так далее. Но чемпион у нас, конечно же, будет всего один. Ну что, давайте уже не будем затягивать. Ребята встают на позицию. Зондер за Овла у нас будет слева, а Андезит за Такизаву у нас будет справа. Да, чувствую, бой у нас, конечно же, будет горячий. Ладно, пожелаем обоим участникам удачи. Покажите чистый и красивый финальный бой. Рыба-карась! Игра понеслась. Set my heart afire.
Капец! И все, ребята, в финале у нас безоговорочно побеждает Зондер 27 со своим овалом. Очуметь! Капец, это было, конечно, жестко. Как он всех разносил. Это было красиво, ребят. Это было, во-первых, жестко, а во-вторых, это было красиво. Чемпионом моего турнира Рагуля становится Зондер 27. Забирает он золото. Серебро у нас забирает Андезит за Такизаву. А также, ребята, третье место у нас забирает БВМ. Соответственно, я им все робоксы выплачу, которые я обещал. Но, как я говорил, самое главное у нас не победа. Самое главное это у нас не робоксы. Самое главное это участие. Смотрите, вот так вот выглядела наша таблица. Все вот эти вот ребята у нас участвовали. Все эти вот ребята у нас проводили здесь, соответственно, бои. Вот у нас Зондера мы здесь закрашиваем. Давайте закрасим его вот так вот. Прям красненьким, ребята. Прям красненьким. Все. Зондер 27 забирает наш кубок, ребята. Всех благодарю за участие. Это у нас кто там бился? Это у нас был Луникот, Ликинлол 21, Трансформер был, Мистер Данте 228, Данил Четки, Редиска красавчик. А также Фантастик там был, Дум дрался у нас, Андезит, мы его уже упоминали, да? С этой стороны у нас были, ребята, еще Ксирадом, Нуб Кверти, вот он же Зондер, да? Ягафадав, Киллер Хайрон,
Кока, Инчи, Миха Арбузик, я крутой, а также на наш знакомый БВМ. Ребята, всем огромнейшее спасибо за то, что предоставили нам такую возможность лицезреть на этот наш турнир. Ну и, конечно, мне спасибо как организатору, да, себя не похвалишь, никто не похвалит. Блин, это было весело, мне понравилось. Еще раз говорю, что немножечко даже грустно, столько мы через все это прошли, я за стольких ребят переживал, за стольких ребят я болел, но, конечно же, у нас победитель только один. Еще раз поздравляю Зондера. В ближайшем времени робоксы все будут выплачены. А вам, ребята, всем огромнейшее спасибо зрителям за просмотры. Спасибо вам за поддержку. Спасибо вам за лайки, за репосты, за подписки и так далее. Вы, ребят, самые лучшие. Люблю вас и жму лапу. Так, ну на этом ролик я, ребят, буду завершать. Всем удачи и хорошего настроения. Ну а с вами был Бамбуковый Гулька Панда. Увидимся уже совсем скоро на просторах робот. Всем жму лапу, всем пока-пока.